Мужики, смотрите, какие крутые товары я для нас нашел. И не забудьте про конкурс в конце ролика. Айда смотреть! Всем привет, друзья, с вами канал Аль Пачино. В этом видео я покажу вам крутые, необходимые и классные товары для настоящих мужчин. Все товары с сайта AliExpress и все ссылочки будут в описании. И как всегда, те, кто досмотрит видео до конца, смогут принять участие в конкурсе с денежным призом. И чтобы не пропускать мои ролики, нажимайте на этот колокольчик и ставьте лайки. Так я пойму, что подборка вам понравилась. Приятного просмотра! И начнем мы с ремня с тайником. Он представляет собой тканевый ремень на пластиковой защелке с потайным карманом. Внутренняя часть ремня имеет молнию, под которой вы сможете спрятать от нежелательных глаз самые сокровенные. Преимущество ремня тайника, безусловно, его простота и доступная цена. Ремень не толстый, поэтому его можно поддеть под ваш основной ремень, если он не слишком большой. В такой связке у вас никогда никто ничего не найдет. Боцманский нож является довольно популярной военной модификацией складного ЕДС-ножа из нержавейки. Отличительной особенностью инструмента является наличие марлина – цельнометаллического шипа для работы с морскими узлами и кольцами для крепления страховочного ремня. Также в комплект входит основное лезвие. Рукоятка, как правило, имеет накладки из твердого пластика или дерева, но возможны варианты с сатиновым или полированным металлом. Небольшая тактическая сумка для ношения на плече или на поясе. Позволяет всегда иметь при себе самые нужные личные вещи на широкой липучке. Подходит для активного отдыха, спортивных игр, передвижения по городу. Вы можете получить доступ к любому отделу, не снимая ее, а просто передвинув со спины на грудь, что естественно экономит ваше время. Габариты сумки способствуют удобству использования в городе или в людных местах. Дополнительное боковое крепление не дает ей съезжать по спине в бок. Стильный браслет из натуральной кожи с магнитной застежкой. Одна из премиальных моделей. Достойный мужской подарок на любой праздник. Выглядит очень стильно и подходит под любую одежду. Такой браслет значительно отличается от обыденных, которые стоят копейки. Аксессуар выполнен из натуральной кожи, имеет удобную застежку. Гармонично дополняет любой образ. Изящный держатель для кредитных карт, который не только позволит организовать многочисленные карточки, но и подчеркнет ваш превосходный вкус и стиль. В него помещается 5 кредиток или любых других пластиковых карт, которые можно удобно выдвинуть при помощи специального рычажка. Сам же держатель для кредитных карт можно без труда спрятать в сумку или карман. Тонкий и лучше всего подходит для переднего кармана, отлично подходит для деловых поездок. Универсальный кастет Multitool. Очень простой, но в то же время полезный предмет. Новинка включает в себя плоскую отвертку, встроенный шестигранный ключ и открывашку для бутылок. Может использоваться как брелок для ключей. Также можно использовать как средство самозащиты. Выполнен кастет единой деталью из стали и имеет качественное покрытие. Не требует разрешения и не запрещен в применении. Длина 90 мм, ширина 60 мм, толщина 4 мм. Отличное средство самозащиты. Прекрасный дополнительный арсенал к другим средствам, таким как газовые баллончики и электрошокеры. Зонт для двоих. Думаю, многие сталкивались с такой ситуацией, когда приходилось выбирать, намокнуть вам либо вашей спутнице, так как зонт у вас один. Так вот, с этим зонтом такой выбор делать не придется. И чтобы дождь не помешал общению с вашими родными и любимыми, я нашел для вас такой вот отличный зонт для двоих. Такие аксессуары позволяют укрыться от непогоды и при этом провести вместе время на прогулке и не бояться, что намокнете оба. Реально полезный и интересный товар. Зажигалка-пепельница в виде гранаты. Это своеобразный наборчик, состоящий из газовой зажигалки и компактной пепельницы. Внешне смотрится как самая настоящая граната. Ее подобная реалистичность может смутить и испугать кого угодно. Зажигательный прибор в виде гранаты одновременно служит пепельницей. Ее нижняя половинка отделяется от верхней. На корпусе имеется клапан для заправки газом и система регулировки высоты пламени. Надежный пьезомеханизм прослужит вам не один месяц. Турбина, с помощью которой газ подается под давлением, не даст погаснуть пламени даже на сильном ветру. Если вы в сомнениях, что подарить хорошему знакомому, обратите внимание на такой презент. Оригинальная и практичная вещь, точно понравится курильщику, а для ценителей оружия станет замечательным сувениром его коллекции. Приспособление для переноски детей на плечах. Малыш сидит на плечах у папы со свободными руками, а папа не мандражирует, что дитя рухнет вниз, засмотревшись на собачку. Во-первых, ноги ездока фиксируются мягкими манжетами на велкро. Во-вторых, седло имеет углубление для попки, которое снижает риск соскользнуть в бок.
Устройство полезно для путешествий, походов, для различных мероприятий. Ребенка можно усадить и не тратить время на медленный темп перемещения малыша. В особенности это полезно для прогулок по городу с целью обзора различных интересных локаций. Вы веселый человек и у вас много друзей? Вы частенько любите собираться все вместе? Или вы просто любите дарить оригинальные подарки? Тогда пьяная рулетка поможет воплотить в реальность все ваши особенные идеи по преобразованию серых будней в веселые дни. Правила игры. Наполняете рюмки напитками, которые вы считаете уместными в данный момент. Каждая из рюмок имеет свой порядковый номер. Каждому из игроков дается по рюмке, на которой написаны эти числа. Крутим рулетку, и кто-то из игроков бросает шарик, после чего либо выпивает рюмку человек, у которого выпал номер рюмки, либо выпивают свои рюмки те, у кого номер не выпал, а тот человек, у которого номер выпал, пропускает. Спортивная тренировочная маска представляет собой тренажер, позволяющий вывести работу легких принципиально на новый уровень. Причем для этого не нужно тратить дополнительное время на дыхательные упражнения. Достаточно просто во время тренировки надеть на лицо специальные устройства. Тренажер в виде маски – лучший помощник в тренировках любого типа. Боевые искусства, силовые нагрузки, бег, регби, баскетбол, кардионагрузки и так далее. По ощущениям, занятия с тренировочной маской напоминают тренировку в районах высокогорья, где воздух отличается разреженностью. Визуально такое устройство напоминает противогаз, однако в эксплуатации тренажер намного проще и имеет более эстетичный внешний вид. Бритва кредитная карта. Это портативная бритва толщиной с банковскую пластиковую карту, выполненная в виде кредитной карты. Такая мини-бритва легко помещается в кошелек, не займет много места в кармане и предназначена для экстремальных ситуаций, когда под рукой нет домашней бритвы, а борода уже требует бритья. Станок для бритвы раскладывается на две части. Одна часть служит как зеркальце, а вторая как бритва. Отлично подойдет для дачи, походов с палатками или просто в бардачке автомобиля на всякий случай. Браслет Multitool представляет собой литой стальной браслет, каждое звено которого состоит из отверток и ключей разных типов и размеров. Это мужской браслет, он очень стильный и необычный, содержит целых 29 полезных инструментов на все случаи жизни. Любое звено браслета можно снять обычной монетой, если под рукой нет отвертки. Винты легко откручиваются и закручиваются, поэтому не получится затянуть винт так, чтобы звенья не гнулись между собой. Небольшой зазор оставляется автоматически. Стальной браслет из 11 звеньев, надежно скрепленных между собой, изготовлен из высокопрочной нержавеющей стали 17-4. Каждое уникальное звено содержит несколько инструментов. Браслет можно настроить под себя, используя только те звенья, которые нужны чаще всего. Ремень крокодил. Стиль casual сопровождает нас почти каждый день, на прогулке и на пикнике, в походе по магазинам и даже на работе. Но и повседневные модные образы хочется миксовать не скучно и модно. Обычный кожаный ремень не совсем подойдет под такой стиль. А вот такой дизайнерский кожаный мужской ремень в стиле крокодил будет как раз идеальным решением для разнообразия. Ремень выглядит очень стильно и модно. Подходит как под джинсы, так и классические брюки или строгий костюм. Пряжка в виде головы крокодила имеет металлическую основу и смотрится ну очень дорого. Длина пряжки 10 см, ширина пряжки 4 см. Ремень выполнен из цельной полоски кожи. Высококачественная портативная колонка. Обеспечивает кристально чистое звучание с мощными басами за счет использования 59-мм низкочастотного динамика в сочетании с двумя 40-мм твиттерами. Дизайн колонки не оставит равнодушными любителей всего неординарного, ведь выполнен он в уникальном футуристическом стиле, а благодаря использованию высокопрочных материалов внешний вид устройства будет радовать очень долгое время. Характеристики позволяют целых 12 часов слушать музыку, чему способствует батарея емкостью аж 4000 мАч. Общая выходная мощность 10 Вт, продолжительность автономной работы 5 часов. Обалденный керамбитовый нож. Поставляется вместе с качественными ножнами, которые можно закрепить на ремень и удобно изымать нож. Сделан наш крутой нож из качественной нержавеющей стали с твердостью тела 58 по шкале Роквелла. Лезвие выполнено в форме волчьего клыка с двумя острыми краями. Общая длина составляет 180 мм и длина клинка 90 мм. Керамбит уже с упаковки идет очень острый. На видео видно, как нож с легкостью режет бумагу. А благодаря удобной ручке нож не будет скользить у вас в руке. А за кольцо на конце рукоятки нож можно пристегнуть на карабин и не потерять в походе. Часы-хронограф выходят в мир в полностью техническом образе. Стальной корпус с покрытием от царапин.
Их спортивный вид усиливается до практически уникального вида посредством использования оригинального дизайна и люминесцентных часовых меток. Скелетонизированы даже часовая и минутная стрелки, на кончике которых также нанесен люминесцентный материал, что придает часам разборчивость наивысшей оценки, что довольно редко встречается в скелетонизированных моделях. А вот и конкурс. Приз конкурса 200 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать, сколько раз вы можете отжаться от пола. Подписывайтесь на канал Аль Пачино Лайф, там выходят итоги конкурсов. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои ролики. Всем пока!